Приветствую! С вами Сергей Гудков, психотерапевт. В этом видео мы разберем, как быть, если вокруг происходят события непреодолимой силы и вас накрывает тревога. Четыре момента. Первый момент. Нужно прекратить раздувать свои переживания. А мы это делаем тем, что разговариваем о них, тем, что ищем информацию в интернете, тем, что позволяем себе вовлекаться в какие-то обсуждения, откликаемся на них. Об этом есть более подробное видео, но вкратце. Режим тишины. То есть вы не говорите, вы не позволяете вас втягивать в обсуждения, не ищите информацию в интернете, на форумах, видео, не участвуете во всяких марафонах и так далее, и так далее. Ну и в том числе не ищите информацию в книжных магазинах, в книгах, в телевизоре. Вот. Это раз. Второй важный момент. Тревога. Если она есть, если она размазана по дню, вы не можете полностью от нее закрыться, но вы можете собрать ее, упаковать в какое-то отведенное для нее время. То есть вы выделяете специальный промежуток времени, когда вам никто не мешает, ничего не мешает. И вот там, наоборот, вы думаете все самые страшные мысли, переживаете тревогу, может быть, даете волю эмоциям, плачете, сжимаетесь в комочек, дрожите от страха. Но когда это отведенное время заканчивается, классически это полчаса, вы вдыхаете, выдыхаете, умываетесь холодной водой, проводите остаток дня по своему плану, и через несколько дней, в течение дня, вам становится проще, потому что не надо каждый раз контролировать, как только у вас появляется какая-то мысль или тревога, потому что вы пытаетесь этого избежать, отвлечься, держать это под контролем, убеждать себя, что нет, я не волнуюсь, я спокоен или спокойно. От этого тревога только нарастает. Да? То есть второй момент – упаковать ее в какое-то время, вот там дать ей волю на все 100 или 250%. Третий важный момент – это вернуться в физическую реальность. Потому что очень часто мы переживаем в ответ не на то, что происходит в реальности, а на то, что мы сами думаем, себе представляем, реагируем на образы. Многие тысячи лет мы жили, скажем так, в непосредственной реальности, и все, что происходило, так или иначе касалось нас. Мы до сих пор несем в себе эту генетическую память. Поэтому даже сейчас, когда мы читаем новости, когда мы слышим какие-то обсуждения, мы инстинктивно воспринимаем это как то, что касается нас, и реагируем. Вот важно здесь вернуться в физическую реальность, в ту, которая есть. Холодный душ, какие-то физические упражнения, физическая активность, вкус крепкого чая или чего-то еще, то есть, чтобы побыть в контакте со своими ощущениями здесь и сейчас. Не вот здесь фантазии, а именно в контакте здесь и сейчас. То есть третий важный момент – это вернуться в физическую реальность. И четвертый момент – сосредоточиться на том, что вы можете контролировать. Делать самые простые, обычные повседневные дела. Если ваша тревога говорит вам о грядущих последствиях вашей жизни, жизни ваших родственников, и вы можете что-то сделать, чтобы минимизировать последствия или полностью их удалить, сделайте то, что вы можете. На этом все. С вами был Сергей Гудков. До встречи в следующих видео. Пока.